Да. Добрый день. Добрый день. Помните о поездка за наличные, вот, стоимость 650 рублей. Ну, допустим. Не могли бы мне сейчас за поездку заплатить денег, блядь, 650 рублей? Всем привет! Перед тем, как вы посмотрите мой очередной шедевр, я хочу порекомендовать вам одну компанию, которая переводит автомобили на газ. Называется она «Гарант Газ». Ребята занимаются установкой газобаллонного оборудования уже 22 года и являются официальным дистрибьютором итальянского оборудования. У них уже 27 филиалов в крупнейших городах. Я, честно скажу, тоже буду переводить свою машину на газ, потому что мне все об этом пишут, говорят: «Женек, заканчивай уже тратить кучу денег, экономь, переводи на газ». Я сделал все расчеты и понял, насколько это действительно выгодно в плане денег. Представьте себе, что вы работаете по графику 6:1 и в среднем на смене проезжаете около 300 километров. Так вот, ваша экономия в день на топливе составит около 700 рублей. А теперь помножьте это на 3 года. Вы получите сэкономленных 750-800 тысяч рублей. Да за эти деньги можно будет взять новый Солярис, в конце концов. Кстати, у компании «Гарант Газ» можно установить газовое оборудование в рассрочку. Вы не ослышались. Вообще, без переплат и без какого-либо взноса. Также ребята вам помогут зарегистрировать это оборудование в ГИБДД. Так что все официально и волноваться не стоит. Никаких проблем не возникнет. Все мастера у «Гарант Газ» опытные и ответственные. Аттестованные. Занимаются установкой на профессиональном уровне. Переходи на сайт по ссылке в описании. Найди филиал «Гарант Газ» в своем регионе. И начни откладывать на новую, твою новую машину. А теперь приятный бонус. Первое ТО в подарок от нашего канала. Вперед! Как выглядит? Прикалываешься? Ну, просто у вас поездка достаточно длинная. Ну, а просто колесо вот отвалится и чего? Ты же тоже. Я же не прихожу, не спрашиваю денег. У меня не плачу денег вперед за какие-то услуги, которые не предоставлены, правильно? Это же услуга. Да, я понимаю, о чем вы говорите, просто, ну, ситуации разные бывают, вот, и я по всяким последним там моментам, которые со мной происходили, не езжу, ну, стараюсь, скажем так, не ездить далеко за наличные. Истории некрасивые, короче, получаются иногда. Некрасивые, поедем уже, нет, что ты гонишь-то, блядь, такие деньги. Давай сейчас приедем, да расплатимся уже. Ну, просто, ну... В нас увидел кого-то. Просто вам же не составит труда, например, ну, если у вас есть деньги, соответственно, ну, там, дать мне... Да деньги. Есть деньги, ну, ты что-то гонишь, что ли? Деньги, не знаю, сели, поехали, приедем и расплатимся. Ну, то есть у меня не будет проблем. Абсолютно. Да какие вы вообще, без проблем? Надо списывать каких-то нищих или злодеев, которые там кидали тебя когда-то, непонятно. Мы просто едем. Ну что, едем, нет? Ну что, блин, молчанку?
мужчины, еще раз, нормально, только ну, поймите меня, что там без агрессии, без всего. Я правда вам говорю, ситуации, ну, бывали очень такие. Я ничего не хочу сказать про вас именно. Вот, ну, правда, на ситуации бывали прямо, ну, вот. Блять, вообще, заебешь вообще. Мертвого, ёпта, бабки есть, не проблема. Давай мы доедем уже быстро, мы тоже время как бы мало совсем. Здесь вот тоже ты опаздываем. На ровном месте какой-то головняк ловим, да. Давай ты не будешь, ёпта, ни себе, ни нам проблем искать. Вот я еще раз говорю, давайте вот, вот нормально, вот просто водите в мое положение, да? А поездка. Ты води в наше положение, ёпта, тоже, блядь, едем, торопимся. Я могу максимум, вот, засветить, ёпта, бабку, вот. Вот, видел? Приедем, дам. Заработаешь сейчас конфетку. Только бабок, ёпта, сейчас выморозишь вообще, нахуй. А так давай, работай, чё. Поехали. Мало ли кто попадается, всякое бывает. Но вот мне, допустим, неприятно было слушать это. Я понял, я учту хорошо. Сколько с нас? 649 рублей. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Не отказывай ни в чем. Спасибо за поездку. Ну вот кто там, диванные всякие эксперты, которые в комментариях пишут, что, типа, чтобы тебя не шваркали, надо брать деньги вперед. Вот, пожалуйста, вам яркий пример. И, в принципе, ну, люди-то правы, да, по большому счету. Ну, в плане, что... Ну, действительно, вы же не приходите в парикмахерскую, да, и там и парикмахеру сразу платите, там, блин, косарь, да, а потом он вас стрижет. Или там, я не знаю, в магазине не набираете, в смысле, не платите же на кассе, а потом... То есть у людей, людям сложно объяснить. И вот если бы они поработали в такси, они бы все поняли. А вот объяснить на пальцах почему, да, и ты же тоже, да, ну не удобняк же сказать, типа, блять, вы мутные какие-то, давайте деньги вперед. Ну да, ну как бы можно в натуре нарваться, чтобы, блин, по роже получишь еще за такие претензии. Вот, ну вот как? Вот напишите мне, как мягко объяснить людям, что как бы, ну вот... Понятное дело, что можно сказать, я со всех беру деньги вперед, но как бы это, блин, это тоже вот, вот эксперты, да, которые там сидят и говорят, вот надо брать, вот, пожалуйста, вам яркий пример, вот, блядь, яркий пример. И я, почему я тут сопли жевал, потому что я понимаю, что я, в принципе, ну, не прав, наверное, да, потому что, ну, действительно, услуга не оказана, а бабки я хочу взять с них. Ну, и с другой стороны, это знаете, как, я не знаю, там... Не знаю даже, какой пример привести, да? Ну, кто-то, блин, короче. Как будто вам какому-нибудь коллеге там, да, нужно сказать, что он, я не знаю, там, блин. Ну, короче, какое-то неудобное, что-то неудобное, такое дискомфортное надо сказать этому человеку, да? Там, я не знаю, что у него носки воняют, например, да, вашему коллеге. Там сказать, что, фу, блин, у тебя там туфли воняют, например, да, там, или еще что-то там. Вот любую какую-то канитель нужно сказать. Вроде неудобняк, но сделать-то надо ее так же и здесь, да? Я же не могу сказать в открытую, типа, блин, парни, вы какие-то мутные, похожие на нариков, бля, у меня есть подозрение, что вы меня шварните. Ну, то есть, типа, правду матку в лицо, да? Ну, то есть... Я могу ошибаться, я могу опять быть излишне как бы подозрительным, но в целом, вот как аккуратно, вот объясните мне, как аккуратно с людей получить плату вперед? Аккуратно, не обидев их, да? Не получив по роже при этом. Вот как? А то вы говорите, надо брать вперед. Ну, надо брать. А как? Вот объясните мне, как и я буду брать вперед? Вот как? Просто сказать, я вас не повезу? Ну, как бы, да, вот, пожалуйста, прилетит жалоба, меня потом Яндекс заебет. Понимаете? Что я, блядь, никого не везу, потому что мне деньги. А я реально, ну, то есть вот очень много людей будут отказываться. Не знаю, короче. Напишите, мне очень интересно. Напишите.